Всех приветствую, продолжаем знакомиться с альбомом картин художников в фототипиях. Описание этих работ. Художественно-литературный журнал, редакция журнала «Всемирная иллюстрация», Санкт-Петербург, 1893 год. Пифия, статуя Баха. Сын скульптора Баха Николай Романович Бах, умерший в 1885 году, учился первоначально под руководством отца, а затем поступил в Академию художеств, которую окончил в 1879 году со званием классного художника первой степени. Это звание было присуждено ему за программу «Весна», аллегория из песни Шиллера. Он создал одно крупное произведение, находившуюся на академической выставке 1885 года статую Пифии. В конце 1884 года Академия признала его академиком. Этюд головы Прометея, задуманный этим даровитым художником, остался незаконченным. Деятельность его была преждевременно прервана кончиной. В Пифии Бах обнаружил выдающийся артистический талант. Пифия сидит на треножнике. Она задрапирована в античном стиле. Одну руку она приподняла и как бы указывает ею вдаль, а другую положила на голову. Ее волосы распущены, лицо выражает вдохновение. Глаза словно горят от внутреннего огня. Она прорицает. При необыкновенно яркой выраженной экспрессии вся фигура Пифии пропитана античным классическим вкусом и чувством красоты пластических форм. Ну, вот такое описание по журналу 1892 года. Пока-пока, до свидания.